Как показало наше общение с покупателями, некоторые обладатели культиваторов и мотоблоков Аврора испытывают сложности со сборкой фрез для наших аппаратов. В этом видео мы постараемся объяснить, как из отдельных деталей собрать полноценную фрезу для работы с тяжелыми грунтами. Для начала расскажем об отличиях этих девайсов. Фрезы для культиваторов и мотоблоков Аврора выпускаются в двух вариантах для осей диаметром 23 и 32 мм. Малый диаметр оси использован на культиваторах 750, 800 и 1000 серий. Шестигранники большого диаметра установлены на машинах 1050 и 1350. С фрезами, предназначенными для культиваторов серии 750, все более-менее ясно. Достаточно просто прикрутить лопасти с помощью болтов в специальные гнезда. При этом нужно обратить внимание на положение режущей кромки лепестка, которая должна быть направлена по ходу движения культиватора. Также нужно учесть маркировку лопастей. R предполагает установку детали на правую сторону культиватора, L – на левую. Дополнительная секция крепится к основной при помощи штифта, а ограничительный диск соединен с остальной конструкцией болтом. Навесное оборудование для остальных машин существует в нескольких вариантах. На оси мотоблоков и культиваторов Аврора возможна установка 24, 32 или 40 фрез в зависимости от мощности машины. Количество режущих лопастей в каждой секции также может быть разным – 3 или 4. Зависит оно от расположения крепежных пластин на оси. Если в комплекте с вашим аппаратом поставляется прямая ось без смещения крепежных пластин, значит подразумевается установка 3 лепестков на каждую секцию. Если же крепежные квадраты смещены относительно друг друга, значит на каждой секции должно быть по 4 фрезы. Сборка 4-лепестковой фрезы заключается в последовательной установке левых и правых фрез на крепежную пластину. Для удобства сборки рекомендуем разделить все фрезы на две части, в каждой из которых будет поровну левых и правых лепестков. Важно проследить, чтобы режущие кромки были направлены по ходу движения культиватора. Дополнительная секция крепится к основной при помощи штифта, а ограничительный диск соединен с остальной конструкцией болтом. Сборка 3-лепестковой фрезы начинается с крепления первой лопасти на крепежную пластину. Болт можно слегка наживить, но не затягивать, поскольку в дальнейшем его нужно будет снять. Две другие фрезы устанавливаются с противоположной стороны крепежной пластины, таким образом, чтобы зафиксировать болтами все 3 фрезы на оси. Здесь важно проследить, чтобы все режущие кромки фрез располагались по ходу движения культиватора. Детали с маркировкой R устанавливаются на правую сторону машины, с маркировкой L – на левую. Дополнительная секция крепится к основной при помощи штифта, а ограничительный диск соединен с остальной конструкцией болтом.